Чики-пики и безумные вместе больше 10 лет, но предложение трэш-блогерша получила лишь минувшей весной. Сегодня пара сыграла долгожданную свадьбу, которая была полна скандальных эпизодов. Известная маргинальная пара сыграла свадьбу спустя более 10 лет отношений. Накануне торжества 40-летняя Иришка устроила девичник. Невеста и ее подруги развлекались горячительными напитками, а также пикантными танцами от стриптизера. Само торжество прошло в Абакане, где проживают молодожены. Среди приглашенных можно было заметить давнего друга Иришки Олега Монгола, Башу Техника и других. У ЗАГСа невеста появилась в белом платье с бантом и рюшами, а жених в черном смокинге, но с бордовой бабочкой и камербандом в тон. Судя по опубликованным в сети кадрам, на празднике не обошлось без эксцессов. В кулачные разборки вступали как мужчины, так и женщины. Здесь были и пьяные танцы на столе, и гонки на авто, и прочие атрибуты отвязного веселья. В разгар веселья Паша Безумный, очевидно, ввязался в драку или перебрал с алкоголем. Из ресторана, где гремело торжество, жениха выносили на руках в бессознательном состоянии. Вот так должна заканчиваться свадьба. По-взрослому. Радовался один из гостей. Общественность критично отнеслась к поведению влюбленных. Некоторые же вступились за молодых. А они что, не люди? Пожениться не могут. Если они алкаши, это не значит, что в них пальцем тыкать можно и смотреть как на ничтожество, негодуют фанаты пары. К слову, одни утверждают, что Иришка и Паша женаты уже несколько лет. Устроить свадьбу супруги решили, так как у них была лишь формальная часть бракосочетания. 8 марта Безумный устроил для возлюбленной романтический сюрприз. Вместе с поздравлениями по случаю Международного женского дня Паша вручил Иришке помолвочное кольцо. «Ну что, Иришка, свадьбу будешь играть со мной летом?» – спрашивал Безумный у избранницы, встав перед ней на одно колено. «Конечно, буду», – ответила она и тут же примерила золотое кольцо с крупным красным камнем.